Активисты требуют от СБУ расследовать дело о возможном двойном гражданстве у мэра Одессы. Служба безопасности Украины пообещала рассмотреть обращение и обнародовать ответ. Детали у моих коллег. За офшор сажать на кол. С такими плакатами активисты протестовали под зданием Службы безопасности Украины. Протестующие требуют повторного расследования информации о двойном гражданстве мэра Одессы Геннадия Труханова. Они передали официальный запрос СБУ. На месте мэра я бы, наверное, все-таки навел бы порядок здесь, от каких-то паспортов бы отказался, сделал бы выбор, потому что мэр должен олицетворять город и его позицию. Ранее сотрудники СБУ уже расследовали информацию о двойном гражданстве мэра Одессы, однако никаких доказательств не обнаружили. Силовики пообещали рассмотреть обращение активистов, в понедельник дать отчет. Ксения Терзи, Дмитрий Бондаренко, Думское ТВ.